Всем привет! Если вы видите нас свежих, но помятых... Нет, не так. Всем привет, друзья! Мы вот в помятых, но зато свежих майках. И едем мы в город Витебск на Славянский базар. Это новый выпуск «Дрон Гастролей». Только что, проезжая Полоцк, нас остановили гаишники. Как вы думаете, за что? Конечно же, за превышение на 29 километров выше. Но благодаря тому, что у нас есть новый альбом, который называется «Счастье», я ему положил два диска туда вот в кармашке до дверей. И ладно, только там, чтобы не было без разговоров. Окей? Я говорю, окей, как зовут? Дима. Дима, спасибо. Все, впереди нас ждет Славянский базар. Алена Спиридович и Алена Ланская. Родригес. Не мы. Заправка, трусы, головные боли. Мы продолжаем дрогастроли. Мы приехали. Витебск, встречай! Ну что ж, вот он, штука эта хрень, как она называется, не знаю, как сказать. Мы пришли зарегистрироваться, получить бейджики. Саша, Солодуха, Солодуха! А Билан уже регистрировался? Билан? Билан. Какой? Любой. Идем делать бейджики, фотографировать. Улыбаться, не улыбаться? Улыбаться. Ой-ой-ой, а говорить будем? Мы свернули немножко левее, здесь народу меньше, а там на центральную улицу, ого-го! А ну что, друзья, пока наши коллеги заселяются в гостиницу, тратят васильки, мы с Серегой приехали на телерадиокомпанию «Витебск», чтобы дать интервью самые два яркие артиста на наших псевдонимах. Вы тоже знаете, Толик Куксов и Баська Батон. Камера, мотор, поехали, экшен, мы на радио «Витебск». Играют наши композиции на радио ИТВ. Телевидение, да? Сами делаем себе телевидение. Так, 20 секунд до выхода, начинаем. Бранч со звездой. Ну вот Дарья Потехина вахту сдала, а я, Аня Златова, эту вахту принимаю здесь, на 91.2 FM. Друзья мои, бранч со звездой продолжается. Это белорусская группа «Дрозды». Здесь должны быть аплодисменты. Ура! Привет всем! Вот это круто, вот это здорово. Здравствуйте, друзья. В студии Сергей Киселев и Виталий Карпанов. В недавнем интервью я вычитала вот относительно Виталика информацию, что ты устал от балалайки. Но от балалайки я устал уже давно. На самом деле, я с ней уже лет 15 провел. И она где-то, вот я только сейчас-то понял, что она меня сковывала, вот скажем так, как артиста эстрады. Ребята увидели, что что-то идет не так. Мы тормозим. Кто виноват? Балалайка. И вот как только мы сели на нее все вместе в автобусе, в принципе, я освободил руки, и началась новая история группы «Дрозды». Мы сейчас собираемся на Евровидение, мы готовим трек отдельный, мы покупаем уже костюмы, шьем. Мы сейчас наняли одну шьюшку, она очень хорошо шьет. Реклама. А что вы брали? Неужели серьезно собираетесь? Ну, конечно, конечно. Ведь патроны закончились. Кто следующий? Алена Ланская? Алена Ланская уже была. Была, но дело в том, что хуже всего, что она собирается опять. Нам может себе это позволить? Да, она может себе позволить. А нам нужен, стране, нужен такой человек. Ведь побеждает кто? Побеждают не деньги, не влияние, не вливание. Побеждает какая-то искра, простота. Парень с улицы. Макс Корж побеждает. А вы, ну, вообще часто выезжаете, ну, там, на день рождения, юбилей? Это выставки? Наша основная работа. Mm-hmm. Мы играем два раза в неделю, где-то что-то происходит. То есть бани, сауны, кабаки, какие-то невероятные места. Кто что придумает? Mm-hmm. То есть рестораны,
усадьбы. Все, это наша основная. Заводы, вид. Да. Заводы, да, основной вид. Даже на заводы. Да, да. 10 секунд. Бранч со звездой. Бранч со звездой на первой фм-волне нашего города продолжается. Ребята, сразу вопрос. Говорят, что звезды не ездят в метро. Звезды — это очень такое слово, которое нам не нравится, неприменимое. То есть мы простые ребята. Мы ребята с деревни. Мы ездим в метро. Я тоже часто оставляю машину, чтобы прокатиться в метро, посмотреть, какой Минск. Да, на автобусе с удивлением удивиться, что ого, уже талончик 4 рубля. Да? Ничего себе. У нас же случай такой был в Пружанах. Мы играли, и пришла женщина, говорит, вот я в этом доме живу. Я пожарила котлет, пойдемте в гости. Пойдемте к нами. Но она говорит, там муж, но я думаю, он нас поймет. Ну и как, сходили? Ну, конечно же, мы же банда. А после концерта девушка подошла, говорит, ну, оставайтесь, но только ты. В общем, да, открытый мир. Конечно. Открытый мир, и впускаете в свою жизнь и людей, и информацию. Сейчас же очень актуальный интернет, и мы делаем свои собственные программы. У нас есть рубрика «Дрошоу», вот она уже как бы более-менее известно. Сейчас новая рубрика, которую мы уже ведем вот с этого лета, с нового альбома. Она называется «Дрогастроли». У нас, вот видите, даже у вас камеру мы принесли. Камера, которая фиксирует все происходящее с группой в дороге, на концертах, на сцене. Это тоже все с юмором, все очень весело. Это прям целая передача вообще. Ну вот, кстати, об интернете. Сейчас же такая супер-пупер новомодная волна. Селфи. Это с печально. С кем бы вы хотели сфоткаться из звезд? Ну, реально, с реальными пацанами. Это, конечно, Николай Басков, Стас Михайлов. Ну, кто еще из смешных? Вообще, мы селфи — это тоже смешно, и мы его называем сам Сибелфи. Немного переиграли, да. Какой песней так? Закончим, играем мы, может, да? Играем мы. Нам не скинули, играем. Пускай играют кеды. Ну что, Таш? Новый альбом — это хорошо, но пока... Но популярная песня пока кеды. Да потому что мы в кедах и полукедах. Едем вместе в дрог-гастроли. А что это? Витебск? Что? Ночной Витебск, ребята. Мы едем в амфитеатр. Вижу, метелка здесь. Да. Ну вот мы, друзья, и подходим к главной сцене Витебска. Витебский амфитеатр. Все красиво, красочно, все в огне. Кому фонограмму отдать? Знаешь, сейчас будет саундчек, мы просрали. Сейчас мы отдадим просто полный плюс и потом выскочим веселые и замочим вообще нормальный вообще славянский базар. Пацаны, здорово! Фонограмму кому отдать? Хлопцы. Нормальный плюс. MP3 320 килобит. Давай посмотрим здесь. Это первое. Услышишь, потом кахана девчина. Я буду говорить, а кто ставит? Я буду поговорю там туда-сюда, поехали, да? Хорошо. Услышишь первое. Да, проверим, играете мне. Работает. Да, вторая. Кахана девчина. А в мониторах нормально будет? Нормально. Спасибо, братела. Все, нет, давай. Ну вот, все, вот и саундчек весь. Саундчек, блин. Лучший саундчек, самый короткий саундчек года, пацаны. Все? Дайте больше света, больше огня. Ребята, у нас сейчас будет брать интервью. Вы готовы к интервью? Ребят, расскажите о себе. Вот давайте каждый прям вот расскажет о себе, чем занимаетесь помимо вашего творчества, музыки. Илюша. Я баянист, я занимаюсь творчеством, музыкой. Давай, я скажу проще, Ильюша, он как бы баянирует. Я отвечаю за провиант, доставка продукции, то есть как бы какие-то напитки, там, еда, да, то есть, ну, банально, одежда, трусы. Я музыкант, играю на ударных инструментах. Скучно, ищи изюминку, варьируй. И это же молодежная программа, людям сейчас переключат. А Андрюша, он очень, знаешь, он хлопотливый. Если вот, допустим, у Ильи, у него 16 хлопков в минуту, то у Андрея на 16,5 хлопков больше. Ладно, ребята, что для вас успех, и вы считаете себя успешными? Я сразу скажу, отвечу на этот вопрос. Допустим, со вчерашнего дня у нас не было успеха. Но вообще, как бы, если это отбросить юмор, мы считаем себя, конечно же, средней успеваемости группы. На троечку, да, получается? Не-не-не, если так посмотреть, если сейчас по группе посмотреть, у нас от крепких 2,5 до 5.
скажи, вот ты сегодня ведешь свою собственную программу, да? Да, это новый проект, это «Дро гастроли». Уже вышло несколько выпусков на нашем канале «Дрозды ТВ». Можно подписаться на наш канал и смотреть не только дро-шоу, клипы группы «Дрозды», а вот также новые всякие рубрики, которых у нас достаточно много. Дро-шоу, дро-гастроли, дро-мото, дро-авто, дро-секс. Ребят, а чего ждать в будущем? Каких песен, каких новых проектов? Потенциал у нас, я вот если вот так в сантиметрах сказать, от 4 до 25 сантиметров. Да. Мы сделали наш вечер. Мы сделали ваш вечер. Мы хотим подарить вам наш диск, который называется «Счастье». Это наш новый альбом. Это новый альбом группы «Дрозды». Здесь 10 треков. Я покажу с этой стороны. Честно сказать, я не знаю, что какой сюжет выйдет у нас. У нас выйдет самый лучший сюжет, Ира. Обалденно, тут такие люди. Тут Тимур, тут Виталик, тут Лена, тут все вообще. Славянский базар рулит. Марк, а что вы думаете о новом альбоме группы «Дрозды»? Это гениально. Молодец, Марк. О, GoPro на GoPro! Сюда иди! Ну что, сюда иди! Порядка заходил? Ну да, группа «Дрозды» сейчас вообще никто не пьет. Говорят, что ты родил ребенка. Ну не я, а супруга моя. Когда мы встречались в прошлом году, в усадьбе, ты был... С девочками. У вас были заказные девочки, они приехали на профессиональные. Это правильный ответ. Мы заказываем девочек, парим, барим, то есть топим баню, парим девочек. То есть все по накатанной. Закодировано. Потому что я работаю на пушку. Это у тебя микрофон динамический, дешевый, это 15 долларов. Держи, пожалуйста, я хочу с Мишманом сделать. Давай еще раз. Я сегодня слышала прямой эфир на радио. Ты рассказывала про свой этот дрочливый канал. И что ты думаешь, далеко на нем уедешь? По крайней мере, это мой канал, которым я руковожу. Молодец вообще! Витас, друзья! Витас, друзья! Витас, что вы думаете о новом альбоме группы «Дрозды»? Я не знаю, это будет. Что вы думаете о новом альбоме группы «Дрозды»? Прекрасная альбомы, прекрасная группа. Внимание, следующим номером выступает группа «Дрозды». Андрей, давай, как будто играть. Ну вот, друзья, буквально чуть-чуть и мы выходим на сцену. Девочки, вы готовы? Готовы. Мальчики, вы готовы? Да. Все готовы? Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Вы еще не устали? Ну что ж, давайте раскачаем этот зал с новым альбомом группы «Дрозды». Вы готовы? Сейчас небольшая репетиция. Смотрите, ручки в гору, сделаем вот так. Все вместе, все, 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 все. А теперь вправо качнем, влево качнем. И ты меня услышишь, вы. Еще. Воу! Качаем! Еще, еще! Давай, давай! Ищу тебя в Фейсбуке, в мобильном телефоне, мои глаза и руки в твоем фотоальбоме. Оставлю комментарий, пусть я один из тысячи, пусть самый скромный парень, но ты меня услышишь. И ты меня услышишь. Ну что, продолжаем? Хотите что-нибудь потяжелее? Точно, вот гитарный риф, да? Максимка, ну-ка давай-ка гитарки, поехали, эй! Ну что, ручки в гору, сейчас можно бодрее, все, все, все! Эй! Погодно хуливо дробилось о мне, ты справа сусим тут не увине, далее немогчимо, узабе все трымать, хлопцы, заиграйте, я буду спевать. Каханая девчина, не быть так. Сердце юнацкий, пешёная ласка. Каханая девчина, быть самой.
Ну что, друзья, очередной славянский базар. Отстрелялись, отбомбили, отыграли. Это Дрогастроли. Как всегда, мы наверху в кафе «Маэстро». «Маэстро», да? Да. В кафе «Маэстро» подводим итоги. Мы желаем всем хорошего вечера. С вами были группа «Дрозды». Это Дрогастроли. Ждите новых выпусков, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, делайте лайки. Ставьте подобайки.